с победой. Комментарии по этому матчу и по всей домашней серии. Ну, игра получилась такая тяжелая. Забили два быстрых гола. Это немножко где-то подрасслабило, наверное. Поэтому перестали выполнять установку немножко. Потом вернулись, в принципе, в русло, в то, в котором должны были играть. Довели матч до победы. Ребята молодцы, спасибо им. Не получилось взять максимум очков. Что не сложилось? Ну, не всегда получается, да, забирать все. Поэтому это хоккей, это игра. Бывает. Прошлая игра была победная, но состав чуть-чуть поменялся. Все равно. В чем причина? Ну, состав поменялся. Тройки немножко сочетания поменяли. Ну, в принципе, довольны этим. Результат есть.